«Палас», ресторан парохода в канун 1 января, еще и ресторан «Ледокол». Ночь была морозной, зима уже надежно сковала реку, но мы двинулись вперед и отправились навстречу Кремлю, фейерверку и новогодней сказке. Начну с хорошего. Было очень красиво. Оформление, атмосфера, этот контраст зимы и корабля, панорамные окна. Всю ночь мы смотрели на топовые московские достопримечательности. Среди гостей, к счастью, не нашлось буянов, и никто не испортил праздник. Публика вообще собралась приличная. Кормили вкусно. Не помню нареканий по этому поводу. Не понравилась программа. Ведущий общался в основном с первыми столиками, а все остальные почти ничего не видели и практически ни в чем не участвовали. Сцена находилась не по центру, что было бы логично, аж в носовой части корабля. Как-то таких непродуманностей не ожидаешь от места, которое позиционирует себя весьма пафосно. И очень скомканно прошел главный момент. Ближе к полуночи большинство людей захотели подняться на верхнюю палубу. И это, конечно, понятно. Ты посреди Москва-реки, напротив Кремля, никаких толп вокруг. Ты не промерз до нитки, в руках бокал шампанского и бенгальский огонек. И вот-вот наступит Новый год. Но тишина. Как же понять, когда он наступит-то? Не знаю, что было в это время в ресторане, но наверху не было ничего. Никто не выставил плазму с Путиным, никто не вышел, чтобы начать хотя бы отчет, хоть бы какие-то колонки протянули снизу. Ведь люди покупают билеты ради этого, Кремля и фейерверка, и Нового года здесь, а не просто, чтобы поесть на корабле. В общем-то, фейерверк и дал нам понять, что Новый год наступил. Одни уже успели выпить свое шампанское, но нашлись и такие, кто захватил бутылку снизу. Благодаря самим себе мы все-таки испытали те эмоции, ради которых пришли именно в этот ресторан. Он все-таки дает уникальную возможность провести новогоднюю ночь напротив Кремля. И при этом, когда вокруг так спокойно и красиво.